Ну что, второй заход Кусилы Рояль. Всем привет, поехали, ребята. Первый был блинкомом. Надеюсь, со второго пойдет. Итак, это винтовка Спрингфилд. Кстати, вы мне говорили, третьи этажи лутать в домах, подсказывали. Только я ни хрена не понял, как это делать. Вот первый этаж. Вот второй этаж. Да? Правильно? А что малый пакет не берет? А у меня есть, потому что, да? А третий как? Чердак типа или что? Как это делать? Я что-то вас не понял. Честно, не понял. Потому что даже некоторые ребята типа пишут, гайд запили, как лутать чердаки. Хрен его знает, как их лутать. Так, маузер. Маузер по 10 патрона души. Кстати, вот эта СТГшка 44-я, она, по-моему, в свое время была очень жестким автоматом. Сейчас, типа, фигня. Так, магазин Гевахер. Магазин Гевахер. Магазин Гевахер нам не нужен. Я горячок Мазила. Я, по-моему, ему в голову попал, нет? Ну, в первый раз. Так, поехали. Банка консервов. Берем. Магазин на коряк, а у меня нет коряки. Магазин тупо миллиард, магазин на коряк, а коряки нету. Спасибо. Я вот это, знаете что? Вот это топовые наклоны на самом деле. Ну давай. А у нас есть монеты, чтобы покатать в джекпот какой-нибудь забрать? Одна руки монет, давай катку одну. Пошел ты не... А, хватит? Аирдроп летит что ли? Да? Да? Где? Только не говори, что в этой игре можно на самолете летать. Всем привет, здорово. На потолке люк, на него наведи. А-а-а, на потолке люк, так бы и сказали. Нет, нельзя, я уж обрадовался. Все, будем тогда чекать потолок. Так, конце. Вот, ацтеки, золото. Помпа, кстати, лютая. Я не знаю, стоит ли брать помпу или нет. Аирдроп летит, погнали. Я никогда не видел аирдроп. Вообще никогда в игре не видел аирдроп. У меня брони нету. Как вам, попец? Да, я уже прочитал в чате. Оказывается, чтобы третий этаж лутать в домах, там типа есть люк. Хера, как он мне с такой дистанции попал? Это жесткий пацан. Все нормально. С ППшки там пацан наяривает. Блин, ну как же в Кузина Рояль хочется взять топы, иногда думаешь, что изи, а ни хрена не изи. Всем привет, здорово. Где-то там же упало, по-моему. Мы его, конечно, уже давным-давно взяли. Выключи глобальное освещение. А оно у меня выключено. А, я же заново установил игру-то, ё-моё. Глобальное освещение выключить, точно. Хотя я, по-моему, ничего не понял, что изменилось. Но так стало вроде бодрее. Вот это что такое? Аирдроп это или нет? Хоть посмотреть. Это аирдроп хоть или что это такое? Там пацаны вон стреляются. Трусы поменяй. Нет. Но это нет, это не аирдроп. Это обычный гладильник с крутом. Нормально так. Насобирал. У меня нимб еще есть. Средний пакет. Пассивный урон при нахождении темной зоны. Минус 70%. За зоной могу тусить. Чисто по сейву отыграть. Сум, не допрыгну? Нет. Ботинки скорохода нужны. Ну этот же здесь где-то с пулемета наяривает. Но он в бункере сидит, по-моему.
еще чувак вот здесь вот сзади был. Вышел в трусах с магазина с пакетом за хлебом. Ну да. Это такая. Лучше-ка я вот здесь в окопах посижу. Здесь как... Ох ты. Тупо для Спрингфилда миллиард всего. ТТшка. Кстати, в окопах тоже немало лута находится. Ага, один в городе. Да? На крыше, по-моему, сидит, нет? Вот это что за... Вот это вот. Нет. С кастрюлей, с нимбом. Это, конечно, выглядит эпично. Рейзинг. Скорострелка. Может быть, все-таки со скорострелкой надо катать? Блин, а я все, я не могу. Я, наверное, буду ждать тупо. Что такое? Что за артобстрел был? Вот там он был. Опа, еще вот там. Куда они будут входить, интересно? Куда вот они будут входить? Привет, дядь. Здорово, ребят, всем привет. Это новый Counter-Strike. Нет, это не новый Counter-Strike, это Кузина Рояль. Игрушка бесплатная в Стиме. Вон слева бежит. Ну куда ты пошел-то? Я просто зону закрываю. Может, туда и ломануться? Ну я еще слышал, вот оттуда откуда-то с винтовки стреляли. Вот оттуда с города стреляют. Вот это наклон вправо. Вот. Вон выстрел еще один. Вон чувак ходит. Во, давай, давай, давай. Ко мне в окопы. Я тебя забираю, и у тебя там миллиард лута просто тоже. Тем более я могу за зоной бегать, мне 70% хп. Не буду тратиться, типа. Давай. Вот он субмарина там кого-то убил. Как думаете, в бункер пойдет или куда? Может туда пойти. Нет, туда точно не пойдет. Вот туда вот может пойти. Кто-то бежит, блядь. Или это кто-то бегает, или это такая... Конченная озвучка, как я в приседе мотаю влево-вправо. Вот если он оттуда пройдет, он будет чисто мою кочерышку видеть и завалит мне нахрен. Здорово. Кузину начал играть со вчерашнего дня. 13 левел уже. Вроде неплохо. Беги конченые. Типа я вот здесь крючусь вот так вот, а он это... Делает анимацию, как будто ты бежишь. Зенгель, здорово. Дратуйте, дратуйте. Ну нет, не получится, видать, обмануть. Я не вижу его. Тупо не вижу. О! Давай, 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 давай. Как тебя спалить-то? Где ты? Я могу за зоной, если что, побегать. Вон он, вижу. Так, мне надо поближе туда встать. А потом он куда убежит? Он сюда, надеюсь, побежит или нет? Да, вон он. И куда он дальше бежит? У меня нимб, я могу за зоной его ждать. Но я нихера не увижу же. Как я за зоной его буду видеть? Да я тупанул. Не видно же за зоной нихера. Но он всяко должен вот так вот бежать, как я сейчас бегу. Видишь, за зоной нихера не видно. А он сюда где-то должен прибежать сейчас. Прям ко мне.
И не слышно ни хера. Вот он. Вот это было четко отыграно. Это было четко отыграно. Магазин МГ-2, убер-сковородка. Так, ну и все. МГшка мне не нужна. Перезаряжаю. 30:49. Ну и все. Было топово отыграно. Погнали. Вот я его и ждал. А чего я взял? О! Прыгуны-скороходы. Прыгуны-скороходы. Или мы тебя ждем? Через сколько придешь? Устанавливать винчестер. Да, мы тебя ждем. Через часик. Нам притащили с винтиками сзади. Смотрите, сзади специальные винтики. Все в комплекте есть. На SSD-шке. Надо попробовать затащить каточку за это. Погнали. Заходим на гору. Хотите комментарии этого ролика? Судя как он играет, это не игра. И такое показывает на люд позор. Чувак, сходи к психологу, пожалуйста. У тебя вообще явные проблемы. Я прям вообще не шучу. У тебя рил явные проблемы. Понимаешь, игры созданы для того, чтобы в них играть, понимаешь? Чтобы играть, развлекаться. А не чтобы позориться или нет. Игры не созданы для того, чтобы ты красовался, типа, какая у тебя игра. Круче или хуже. Какие у тебя там кроссовки, Adidas или не Adidas. Или Half-Life у тебя, или PUBG. Как можно позориться от игр, которые игры сделаны ради развлечения. Ради того, чтобы ты или кто-то еще получал удовольствие. Ну, серьезно, ну, ребят, я думаю, меня поддержат. В эту игру играют люди. Их немалое количество. Если тебе не нравится игра или игры в целом, то, блин, играй в Доту, в PUBG каждый день. Развивайся. Где-то здесь щелбас. Развивайся дальше в таком же ключе, как ты это делаешь. И пишешь такие гадости в чаче. У тебя очень классное развитие. Так, мне нужно как-то войти в зону. Как это сделать? Зачем я вообще так, типа, хожу по зоне? Ну, так люто. У меня есть нимб, который дает мне право ходить за зоной. И 70% меньше хп будет уходить. А я этим преимуществом вообще не пользуюсь. То есть я могу тупо с зоной всегда вбегать, и все. Это по сейву будет играться. И правильнее, типа, это на то буду кататься. Допустим, Кеннису нравится Майнкрафт. Мне Майнкрафт не нравится, но я бы с радостью хотел бы в него научиться играть. Но я бы не говорю же, что Кенни играет в конченую игру. Так, надо... Опа, 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 опа! Вот это хедшот! Просто минус лицо. Вот так и надо отыгрывать за нимба. Тупо нимб. А еще знаете, что я могу альтом включить способность bullet time? Прицел будет все лучше наводиться в разы. Вопрос, как мне туда подойти сейчас? Вот это было красиво. Просто лайкос. Прямо в личико. В его сладкое, мягкое личико прилетело, просто булит. Вот только меня сейчас могут подловить кто-то. По-любому же здесь кто-то есть. Нет? Капельница, кстати, у него была. Гоу, покатаем в однорукого. Еда. Блять, так не хочется проигрывать.
Барабан на ППШ, сколько у него? Два. И прицел-то у меня есть. Эта тачка за... Твою мать! В смысле, они не взрываются? Я думал, они взрываются. Ага. Не взрываются. У меня же сандали прыгоходы. Вообще беспалевно. Блин. Это джетпак. Сапоги-скороходы за место прыгунов, я думаю. Блять! Это что такое? Выключай, пожалуйста. Выключай! Блять, я сейчас... Честно, я никогда ранец не брал. Сори, пацаны, я никогда ранец не брал. Я даже не знаю.